для меня было даже страшновато пройти по этой выставке, потому что, а вдруг мне это будет не так, а вдруг это будет против моих собственных воспоминаний, а вдруг у меня будет какое-то противоречие с трактовкой. И вы знаете, я потрясена глубиной этой выставки. Она, конечно, замечательно сделана, она прекрасно придумана. Это все 7 дней творения, они замечательные, эта идея великая. Она дотошная, она скрупулезная, она архивно богатая. Это удивительное место для того, чтобы не просто смотреть, а думать, искать, что-то такое осмысливать, писать диссертации, писать книги. Здесь можно набрать очень много всего. И поэтому это потрясает. Но для меня самым главным было, что она совпала с моей памятью.